Хотим передать в школу-интернат, чтобы эта память была. Твой подарок мне, а я защита. Если бы надо видео разберешься, мне дало надо видео. Запечатление, кстати. Да, скажите, что... Мисс фотографии, Лев. Конечно, еще видите, когда вы звоните. Я смотрю, вы все молодец с каждым годом. И хочу признаться, что я очень соскучился, Бексуандом. Бибучук сену зену гадам. Да, получается, я через полтора года смог приехать. Benim ufak çocuğum. Младший ребенок. Buraya geleceğimi duyunca beni niye getirmiyorsun dedi. Он тоже услышал, что я еду, и тут же он обиделся, почему меня не берешь с собой. Bir haftadır buradayım ben. И я вот неделю уже здесь. Benimle konuşmuyor. И он обиделся не разговаривать со мной. А сколько лет ему? Kaç yaşında? 6. 6 yaşında. 6 yaşında. Tabii ki gönlüm buradan ayrılmak istemiyordu. Конечно, и он не хотел отсюда уезжать. Hedeflerim burada daha uzun kalmaktı. И у нас была общая цель, чтобы подольше бы здесь остаться. Ama elde olmayan bazı şartlar oldu. Ну мы понимаем, да, что какие-то обстоятельства, которые не зависят.